как говорится, говорите, не мешки ворочать, вот, поэтому давайте пробуем. Все-таки у него плотность 12% по сравнению с тем, что мы пробовали недавно. Вот эту вот апу. Нет, все, нажался уже. Добавили американский, в том числе и исходное охмеление. Ёкарный бабай, мне кажется, я уже про это пиво уже читал что-то. Улетел. Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». И сегодня мы будем пробовать крафтовое пиво от Очакова. Поехали!